Выступление женских танковых экипажей уже само по себе является сенсацией. Сложно представить менее подходящую для девушки профессию, чем танкист. Дополнительный интерес вызывало то, что в отличие от мужских экипажей, женщины выступали на танках Т-80, а не Т-72. Т-80 – уникальная боевая машина. Вообще-то ее создавали для того, чтобы в случае столкновения с армиями НАТО на Европейском театре военных действий обеспечить Советскому Союзу возможность за 48 часов выйти к берегам Ла-Манша. Газотурбинный двигатель может разогнать танк до 80 км в час, а уникальная подвеска позволяет удивительно точно стрелять даже при движении по неровностям. Плавность хода, приемистость и простота управления помогли девушкам-танкисткам показать отличные результаты. Сложно поверить, но свои навыки стрельбы и управления многотонными машинами танкистки приобрели всего за несколько месяцев. После финиша – заслуженное восхищение мужчин-коллег и представителей прессы. Мы прошли подготовку в учебном центре 3,5 месяца. Получили по своим специализациям удостоверение. Это учебный центр, да, но была подготовка всего 8 месяцев заняла все. Самое главное – не паниковать, какая-либо там ситуация не возникала, слаженность экипажа. И вера в то, что достойно все пройдет. В этом году женские экипажи выступали в танковом биатлоне вне общего зачета. Однако большой интерес к их заездам позволяет надеяться на то, что в следующий раз они смогут участвовать в армейских международных играх наравне с мужчинами.